Добрый вечер, дорогие друзья! Прозвучали музыкальные позывные программы «Вечерний Витебск», а значит, в ближайшее время с вами буду я, Наталья Парфенова, а со мной Иван Павюченко. Тоже всем говорю добрый вечер и приветствую тебя. Как настроение? Весеннее? Прекрасное такое майское настроение. Прекрасное майское настроение. Да. Ну, зацвели сады, если кто-то пропустил этот прекрасный момент. Но кроме того, что зацвели сады, сегодня, 11 мая, среда в мире отмечают различные праздники, международные, в том числе, и определенные исторические события тоже отметились в этой дате, но в разные годы. Начнем традиционно с праздников. А почему бы и нет? Ну, вот сегодня Всемирный день танца живота. Если у вас есть живот, потанцуйте. Есть живот у всех. Мэрилин Монро говорила, что девушка без живота, как квартира без мебели. Поэтому, дамы, не комплексуем, все хорошо. Кстати, об этом тоже поговорим еще сегодня. Хорошо. Всемирный день посадки леса сегодня отмечают. Ну, США отметился днем глаженных шнурков и днем ожидания Мэри Поппинс. Всемирный день мигрирующих птиц. Еще сегодня день велосипедиста и день мельника в Нидерландах. В Исландии день рыбацкого сезона. И день технологий в Индии. Переходим к историческим датам этого дня. Вот я наткнулась на такое интересное событие. В 868 году, на секундочку, была найдена первая печатная книга, которая называлась «Алмазная сутра». Ее напечатали в Китае. Не надо путать, это древнейший памятник буддизму. Так, на секундочку, справка. 1720 год, родился барон Мюнхгаузен. В общем, о его реальной жизни мало что известно, хотя сохранились рассказы, которые были записаны с его слов. И я знаю точно, что в Беларуси есть, ну, во всяком случае, так утверждают некоторые историки, что есть могила Мюнхгаузена. Не дальше знаешь? Я не готов ничего сказать. Интересный факт. Это на самом деле, ну, есть о чем подумать. 1818 год. В Лондоне открылся Королевский театр. Сейчас он называется Театр Виктории. 1893 год. Французский велосипедист установил первый мировой рекорд в часовой гонке. Он преодолел за 60 минут тогда 35 325 метров. Еще один рекорд. 1926 год. В первый полет на Северный полюс вылетает дирижабль Норвегия. 1927 основана Американская академия киноискусств. Ну, сейчас все вспоминают об этой академии, когда приходит время присуждать Оскар. Я думала, получать. Или получать Оскар. 1928 год. В Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач. А вот в 1932 году крупнейший музей под открытым небом в Европе появился в городе Риге. Этнографический музей. 1933 год, замечено первое появление Несси. Это чудовище озера Лохнесс в Шотландии. В настоящее время зарегистрировано свыше 3000 свидетельств очевидцев. Ну вот можно спорить, правда или неправда, но даже если неправда, мне кажется, что это очень милая история. Да, просто 3000 человек сошли с ума. 1991 год, в Канаде был зарегистрирован рекорд. Был изготовлен топор длиной 18 метров и весом 7 тонн. Ну вот и живите теперь с этой информацией. Ну еще одно событие есть, и заканчиваем час. 2000 год. В Индии родилась миллиардная жительница этого государства. Зовут ее Аста Арора. И в завершении нашего такого блока традиционного, с которым мы начинаем нашу передачу, мы называем имена людей, у которых сегодня день ангела. Я женские имена. Наташа поздравляет мужчин. Так. Анна, поздравляем. Кроме того, сегодня именины отмечают Виталий, Кирилл и Максим. Все, кто носят эти имена, с праздником вас, здоровья, любви. Ну, в общем, всего-всего самого вам прекрасного. Пусть в жизни исполняются мечты. И вообще, мне кажется, что в этот день надо чувствовать вот эту энергию поддержки. Ну, не просто так у тебя именины, правда?
Ну, наверное, мы каждый раз называем, каждый раз поздравляем. Если вам это приятно, если вам от этого легче, почему бы нет? Ну что, мы переходим дальше к сценарию нашей программы. Угу. И дальше у нас по сценарию. У нас вообще по сценарию рубрика «Афиша». Но перед тем, как мы узнаем, что завтра интересно будет происходить в Витебске, просто неутомимым, не знаю, едва сдерживаемым ураганом сейчас ворвется к нам музыкальный номер. К нам приехали гости. Это ансамбль «Мажореток» школы «Танц Дива Дэнс». Вот мы на них посмотрим, переведем дух и к разговору. В музее Витебска выставка известного белорусского художника Михаила Савицкого. Представлено около 30 работ из собрания Музея истории города Минска. Белорусский живописец и график Михаил Андреевич Савицкий – один из выдающихся представителей советской художественной культуры. Работая на основе конкретного жизненного и исторического материала, он воплощал в своих полотнах общечеловеческие ценности. Выставка, посвященная столетию со дня рождения мастера, продлится в Витебске до 30 июня. В Витебском областном краеведческом музее выставочный проект «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». Белорусы во все времена мужественно сражались за свободу своей земли. Борьба против немецко-фашистских захватчиков шла не только на фронтах, но и в партизанских бригадах, подпольных группах, действующих на оккупированной территории. Экспозиция рассказывает о тяжелых страницах истории нашей страны.
В Витебской областной филармонии 12 мая лекция-концерт из цикла «Ad libitum». Программа называется «Начало эпохи модерна». Я не знаю, где берут энергию эти девушки, которые вот буквально перед афишей радовали нас жизни, да, радоваться жизни с тобой была песня. Но об этом мы обязательно у них спросим чуть позже. А пока я хочу поговорить с другой гостьей нашей программы. В гостях у нас нутрициолог, эксперт по питанию Анна Козловская. Аня, добрый вечер. Здравствуйте. С именинами. Спасибо. Вот откуда в человеке берется столько энергии? Связано это с питанием или это генетика? Вот как ты думаешь? Ну, есть такое вот древнее выражение: человек есть то, что он ест. И, конечно, очень сильно наше питание влияет на то, как мы себя чувствуем. Ну, может быть, больше энергии, может быть, меньше энергии. Питание может давать ее, а может, наоборот, забирать. То есть мы можем проснуться и неправильным завтраком забрать из своего резервуара энергии очень много, и потом весь день быть вялыми. Поэтому питание, конечно, очень влияет, но и характер человека, и окружение человека влияет, конечно, и физическая активность. То есть факторов много, но питание стоит таким отдельным пунктом, важным. Угу. Хорошо. Вот, ну, никто не будет спорить, существует выражение «худеем к лету». Ну, для кого-то это не выражение, а смысл жизни. Я, наверное, ежегодная миссия. Поддержу всех, кто так или иначе держит эту мысль в голове. Я вот подумала, а действительно ли к лету нам надо перестроиться? Или это уже психологически так вот, что мы же будем раздеваться? И как-то надо выглядеть при всем при этом, и что-то надо с собой делать. Или это просто, что мы носили вот много одежды, нас все равно было не видно, мы такие на расслабоне, а тут как-то надо, наверное, на каблук встать. Кстати, вообще идеальное изобретение. Надела каблук, красавица, сняла, счастливый человек. Поэтому, вот, ну, твое мнение по этому поводу. Надо ли осознанно перестраивать свой план, режим питания, белково-углеводный, вот весь этот процесс с холодного времени года на летнее? Или лучше вот организм сам знает, что ему надо, что ты хочешь, что ты и продолжаешь есть? Перестраивать надо, и организм подсказывает. Но это не по той причине, потому что нужно худеть к лету. Угу. Как раз-таки для организма похудение к лету, набор там, массы к зиме, для организма лучше всегда быть примерно в одном весе. Вот эти вот скачки, особенно если они сильные. Угу. Если 1-2 килограмма, это абсолютно спокойно. Но когда у нас начинается в мае резкий такой какой-то забег, когда женщина хочет сбросить все, прям все. Что на ней, да, все и побыстрее, то для организма, к сожалению, вот это вот резкие скачки веса и резкая потеря веса, это не очень хорошо для здоровья, в первую очередь. И также качество тела страдает. Женщина потом становится недовольна, что оно не подтянуто. Поэтому вот это вот похудение к лету, это не очень есть хорошо. Лучше всего за собой следить на протяжении всего года. Но если мы говорим о здоровье, то, конечно, летом мы сами чувствуем, что нам каких-то продуктов больше хочется, каких-то меньше хочется. И нужно прислушиваться. Ни в коем случае летом нельзя допускать обезвоживание. То есть организм больше хочет пить, и ему нужно это давать, потому что мы потеем, и выходят минералы, в том числе влага из организма. Нужно восполнять это. А часто бывает такое, что у человека вообще пропадает аппетит. Но вот здесь нужно быть внимательным. Нельзя отменять приемы пищи, просто заменить их на что-то более легкое. Часто проблема бывает, что не хочется, ну, например, жирного мяса, к примеру, человеку. Да? Но мы должны понимать, что мясо – это один из источников белка. А белки нам нужны каждый день. Из них каждый день строятся миллиарды клеток. Значит, нужно просто заменить на другой источник белка, более легкий. Ну, например, бобовые. Например, возможно, даже коктейли какие-то белковые с хорошим составом, бесспорно. То, что тебе будет организму легко принимать летом. То есть не пропускаем, да, и следим за тем, чтобы все равно все микро- и макроэлементы поступали в организм, чтобы организм не истощался. Угу. Ваня? Хорошо, а как же шашлычки? Ну, лето, май, самая пора. Я даже не знаю, можно ли себе позволять что-то лишнее, или вообще-то если уже придерживаешься еда правильного питания, то никаких послаблений быть не может.
Шашлык вообще вредная еда или нет? Конечно, значит, вредная же. Ну подожди, мясо. Давай дадим ответить эксперту. Вредная, но вкусная. Я на самом деле сразу заулыбалась, потому что в период мая это самый частый вопрос от всех моих клиентов. А как же шашлычок? Мы поедем на шашлык, что нам делать? И здесь нужно понимать, что не нужно отказывать себе в радостях жизни, потому что если вы будете сидеть на жесткой диете и во всем себя ограничивать, рано или поздно, нет ничего более временного, чем какие-то вот ограничения жесткие. Мы сорвемся обязательно. Если у вас есть семейная или традиция, или с друзьями вы любите ездить на шашлык, то не нужно отказывать себе в этой радости. Вы просто можете чуть-чуть выбрать другой характер шашлыка. Ну, например, его можно сделать из рыбы, можно сделать из курицы, что является из индейки. Это мясо более такое постное, менее калорийное, чем, например, жирная свинина. Просто менее чуть-чуть тяжелое, заменить. Наверное, для организма просто, да? Очень вкусно овощи на решетке, грибочки на решетке. То есть вариантов масса. И вот в моем случае часто бывает так, что те люди, которые не следят за питанием, потом на шашлычках подсаживаются ко мне и говорят, а можно попробовать? А у тебя вкуснее. И, в общем-то, начинают из того, что я делала вроде как здорово, им даже вкуснее, чем то, к чему они привыкли. Это даже интереснее для всей семьи. Кукурузу можно классно сделать. Много вариантов. Послушай, чуть раньше ты сказала еще про водный баланс. Да. Да. И летом нам хочется больше пить иногда еще потому, что мы больше начинаем двигаться, перемещаться пешком. Если зимой, ну и вообще, когда холодно, особо там не хочется где-то гулять, да, ты быстренько с работы или в машину, или на маршрутку, и домой, и там с остановки, соответственно, ну, тоже ты там особо не погуляешь, холодно, зябко, сыро и так далее. А сейчас часто и мои коллеги пересаживаются на велосипеды, и кто-то даже ходит пешком, кто не очень далеко от студии живет, там остановки 3-5, прям ходят пешком, покупают кеды, кроссовки, прям вот душой я с вами, но я пока так не делаю, но я хочу. Но я тоже больше хожу летом пешком. Во всяком случае, на какие-то не слишком дальние расстояния, если я знаю, что я не опоздаю, я буду идти пешком. И от того, что ты больше двигаешься, больше хочется пить. Правильно ли летом пить? Вот, ну, сразу, вот, я не знаю, прям целый стакан воды, раз. Или все-таки действительно надо вот прям, как учили, по глоточкам, там 2-3-5 глоточков, без фанатизма, лучше потом еще через какое-то время, еще. Или все-таки можно, вот если хочу я пить, раз, сразу выпила много и дальше пошла. Ну, во-первых, коллектив ваш, конечно, молодцы, большие, потому что эта вот физическая активность – это важная составляющая, желательно не только летом ее поддерживать, а всегда. То, что касается воды. Крайне редко, почти никогда, не бывает людей, которые перепивают воду. Вот в практике чаще встречается, что человек не допивает. И если уже мы чувствуем жажду, значит, организму очень нужна вода. Прям очень. И, конечно, пить сразу 2 литра не стоит, но стакан – это немного, это норма. Стакан выпили и в порядке. И очень здорово, если как раз летом хочется больше пить, в этот период можно выйти на такую норму воды, к которой ты привыкнешь, и потом уже и в холодное время года сможешь следовать. Продолжить привычку эту. Потому что вода нам очень помогает в целом для здоровья. У нее очень много функций. Проводящая, например, она помогает транспортировать все микроэлементы и макроэлементы каждой клеточки тела. Наоборот, выводящая функция, чтобы токсины различные, все, что у нас содержится в еде, все, что организм отрабатывает, выводилось. Вода нам очень помогает. И мы можем по простым симптомам определить, хватает ее в организме или нет. Ну, например, это сухость кожи, волос, трескаются губки, пятки трещины, например, локоточки. Это головные боли частые, в том числе не обязательно причина нехватки воды, но очень часто, что стакан воды помогает лучше, чем таблетка. И вот прежде чем ее взять, лучше выпить стаканчик воды и проверить. Может быть, это сигнал обезвоживания. И действительно важно следить за водным балансом, чтобы не только для фигуры, да, фигура это уже там в пятую очередь, а просто для хорошего самочувствия. Мы вас зачем позвали? За фигурой. А выясняется, что в пятую очередь. Хорошо. Ну хорошо, и вот человек питается, питается правильно. Выбирает правильную еду, пьет воду, сколько положено. Заканчивается лето. И, можно питаться как раньше. Срывается, может, и раньше срывается, я не знаю. Эти срывы, они чем опасны? Да, срывы на самом деле опасны тем, что чаще всего возвращается человек не просто к своему весу,
А килограмм вот эти, которые ушли, они еще с собой несколько прихватывают друзей, да, и даже человек становится в большем весе, чем был до этого. Именно поэтому важно не следовать диетам. Если вам такую диету не назначил врач, диета – это медицинский термин. Если он нужен по причине какого-то заболевания, то вам и назначили, мы следуем. Когда мы говорим о здоровом питании, о человеке, который плюс-минус в норме, то мы говорим даже вот не о правильном питании, да, это очень такой распространенный термин, который многих людей вызывает немножко отторжение. Вот есть правильное, есть неправильное, то есть можно, нельзя. Нет полностью правильных и полностью неправильных продуктов. Самые правильные в переизбытке могут вызвать проблемы. Самые неправильные в небольшом количестве ничего плохого не сделают. Лучше использовать термин полноценное питание, сбалансированное питание, здоровое питание. И если мы сбалансируем наше питание, то срыв априори быть не может, потому что когда организму всего хватает, у него нет тяги к чему-то, ему нет нехватки, ему не на что срываться, ему всего хватает. И поэтому важно не диету делать, не какие-то себе жесткие ограничения, а сбалансировать питание так, чтобы тебе было вкусно и чтобы тебе всего хватало. А, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то примеры, может быть, по неполезным продуктам, ну, если можно, да, такие, так я выражусь, ну, как вот себя, может быть, научиться сдерживать, если ты, особенно, когда ты только втягиваешься вот в эту историю, а втягиваться сложновато, на мой взгляд, еще потому, что окружающие, ну, не то, что там тебя официально не поддерживают, да, там, в принципе, никто не против, питайся тем, чем тебе нравится, но я прихожу домой, а там блинчики, например, да, или у меня обеденный перерыв, вот какое-то окошко в полчаса. А рядом только пирожковая, и, да? Да, и мне некогда, я не могу, я не успела что-то взять с собой, например, или ближайшее какое-то кафе, где есть не фастфуд, а что-то человеческое, оно находится далеко, я понимаю, что я не успеваю, а я очень голодна, и вот прям вот мне очень надо, и, конечно, я уже схватила там, не знаю, кусочек пиццы, бутерброд или еще что-то, вот из разряда неполезного. Ну так вот, как вот, вот эту историю не превратить в норму? Ну там схватила, сям схватила, а все-таки, чтобы это было не нормой, чтобы это было, ну, если так получилось, то получилось без фанатизма, и чтобы мне это ничего не испортило. Короче, где-то грань между иногда и... Да, да, да. И есть ли какие-то примеры вот все-таки вот, вот таких, ну, может быть, проводились какие-то эксперименты, да, вот как человеку психологически не быть зависимым от неполезной еды? Ну, во-первых, конечно, нужно понимать, что мы не идеальны, жизнь наша не идеальна. У нас сейчас такой ритм и темп, что все выдерживать вот так вот по расписанию, это нереально. Если мы пытаемся, чаще всего и происходит тогда срывы, чувство вины. Человек думает, что почему-то все справляются, ему так кажется, что все справляются, а он нет. Ну, никто не может быть идеальным, это нужно просто принять. Если вдруг сложилось так, что ну нет ничего, а вы крайне голодны, ну что же это делать, ну надо, значит, что-то съесть. Но вот правильно вы сказали, что важно, чтобы это не превратилось в привычку. Мы сейчас живем в прекрасное время в плане продовольствия, да, сегодня есть очень много таких альтернатив вредным перекусам, здоровых перекусов, то есть то, что точно так же легко можно купить даже в магазине или взять с собой, купить заранее и забросить с собой в сумочку. И если так вот получилось, чтобы оно было там и было что съесть, все будет в порядке. Но если уж там все съели, может, коллега к вам в сумку залез, и ваш здоровый перекус уже теперь не с вами, то ничего страшного от того, что там один раз не произойдет. Не нужно демонизировать вот эти вот еду и вот эти вот перекусы и так далее. И то, что касается примеров, как вот после того, как человек съел что-то, по его мнению, не то, очень часто возникает чувство вины. Вот важно себе такие вещи не то, что даже прощать, а позволять. Говорить себе, а ну ок, так получилось, ничего страшного. Проводился такой интересный эксперимент, когда взяли группу людей, которые шли на пути коррекции веса, и разделили их на две части. Развели их в разные комнаты, и на входе стояла ваза с конфетками, и им всем говорили, что вы можете взять. Вот тот человек, который курировал, он говорил, можете взять конфетку.
как бы они корректируют вес, конечно, они удивлены, но они берут конфетку, им же разрешили. И дальше в комнате в одной просто людям сказали, ничего страшного, съел конфетку и съел, ну, бывает, что завтра ты продолжишь питаться как надо, угу. И все хорошо. То есть им сказали, что это норма, а другим людям в комнате начали говорить о том, что, ну, как же так, вы же знали, что нельзя, это была проверка, и вот вы съели эту конфету, теперь же все на смарку, вот придется, сегодняшний день пошел впустую. И потом они выходили назад. Вазочка стояла на том же месте. И вот те люди, которым сказали, что они плохо поступили, страшного. Они снова взяли конфетку. А, которым сказали, что они не правы, что так делать было да. не надо. Они снова взяли конфетку, потому что потом, когда у них спросили, почему, они сказали, что, ну, раз уж я все равно тут сегодня накосячил, да, то почему бы не съесть еще конфетку, я все равно плохой. Это чувство вины, они чувствуют себя виноватым, и они тут же его заедают. А те люди, которым сказали, что это норма, все в порядке. Они не стали брать конфету, еще одну на выходе, им было достаточно одной. Поэтому не винить себя. Ну, случилось и случилось. Вот, кстати, ну, случилось и случилось. Это прям слоган моей подготовки к лету. Сам человек, он может правильно сбалансировать себе, ну, продумать, придумать, спланировать план питания, или это должен быть специалист, который подскажет, чтобы человек сам себе не навредил, чтобы действительно все было правильно, есть много нюансов, о которых он может не знать, а вы, например, уже или вообще любой врач уже как бы через это прошел. Вот как вы считаете? Конечно, человек может, изучая много информации, сделать плюс-минус себе неплохой рацион. Но вопрос в том, есть ли у него время на изучение информации, потому что если говорить про интернет, очень много противоречивой информации. Человек начинает пытаться, и у него отторжение, потому что он сходит с ума. Здесь так пишут, а здесь пишут, что так нельзя. И он начинает путаться, он не понимает, что работает, а что нет. Поэтому, конечно, если он действительно хочет свой рацион сделать таким сбалансированным, то проще, лучше и точно эффективнее обратиться к специалисту, и он в этом ему поможет. Ну и еще надо учитывать свой возраст, вес, пол и сколько там действительно лишнего. Да. Да? Если, допустим, берем возраст 45+, я знаю, что метаболизм замедляется, ну, к этому периоду активно замедляется, и чем ты старше, тем медленнее твой метаболизм. Но с детства, например, я привыкла, ну, так меня кормили, и я не видела в этом ничего дурного, и, собственно, меня так кормили, потому что тоже желали добра. Например, периодически была жареная картошка, вообще пюре с котлетой, я сейчас говорю, у меня слюнки текут. Оливье, там, я не знаю, сельдь под шубой. Ну, это, конечно, праздничные салаты все-таки, но тем не менее, то есть что-то с майонезиком, что-то с кетчупом, что-то такое прям с зажарочкой. Ну, прекращай уже. Остановись. Ну, в общем, что со всем этим делать? Не только тем, кто с детства так привык, но и даже нашим мамам и бабушкам. Мне кажется, что чем ты старше, тем тебе сложнее психологически перестроиться. Хотя все люди, конечно, разные, я не буду говорить за всех. Моя мама перестраивается очень быстро, вообще любит экспериментировать. И она слушает всех, это сказали, это хорошо, все, я буду так делать, потому что сказали так хорошо. Надо ли слушать всех подряд? Можно ли вообще перестроить организм? Как быстро он перестроится и насколько это не навредит? Да? И сколько должно пройти времени, чтобы организм зафиксировал вот эту привычку питаться сбалансированно, и потом она никуда не пропала. Так, сразу мне не забыть все вопросы. Ну, вот полезно или не полезно вот уже в таком возрасте вообще перестраивать свой, начнем сначала, да, перестраивать свой план питания и менять там все на все. Резкая перестройка всегда вызывает стресс у организма в любом случае. Даже вот говорят, что резко бросить курить, это тоже плохо. То есть нужен постепенный подход, потому что организм стресс, он привык. Это не говорит о том, что курить немножко – это хорошо. Нет. Это не в затяжку. Да. Но, тем не менее, если говорить о переходе, он должен быть плавным. Так и здесь. И важно не отказываться от любимых продуктов, а заменить их на что-то такое же вкусное,
Вы просто, может быть, даже не пробовали это. Но оно будет это так же звучать, такой же будет классный вкус, так же будет вам нравиться, как то, к чему вы привыкли. Ну, например, заправку для салата. Да, тот же майонез можно заменить на заправку на основе йогурта, добавить туда разных специй, зелень. Это будет очень вкусно, но в разы меньше калорий. И, в общем-то, у меня даже домашние иногда не замечают, что какая-то подменка произошла. Да? Но, вы знаете, у каждого из нас есть продукты, которые мы очень любим. И именно в таком виде. И мы никак не готовы от них отказаться. И это нормально. Есть такое правило, когда вот уже вы пришли к нужному весу, 10-15% удовольствия в течение дня. То есть мы стараемся, чтобы где-то 85-90% нашего рациона это была здоровая еда, сбалансированная. Но если мы очень любим там пиццу, и мы съели кусочек пиццы. Или шоколад, например. Или шоколад. У каждого есть свои вот такие пунктики. Да? Вот у кого-то шоколад. Или булочку. Или булочка. Ну что-то, что вы любите. Ничего страшного, съешьте. И вам не будет этого хотеться много, потому что остальной рацион сбалансирован. И это не будет так вредно для организма, потому что на фоне здоровой еды это все будет не так влиять. Не будет этой бомбы, да, вот, вот такого плохого действия. Не будет эта булочка будет... сразу где-то в каком-то конкретном месте отдельным. Аня, скажи, сколько пожалуйста. Сколько времени нужно, чтобы результат... Я напоминаю. Да, список вопросов. Там да, да, да. Сколько времени надо, чтобы закрепился результат? Ну, я понимаю, что у всех по-разному, но примели, ну, от и до. Ну, вот действительно нет общего ответа. Да? Все зависит от того, какое было дано. Если до этого человек ел утром, обед и вечером пельмени, да, или же человек, который что-то изучал чуть-чуть, и у него не получается, это разное, конечно. Угу. Поэтому не нужно себя ни с кем сравнивать. Это важно. Дать себе время и вместе со своим вот специалистом, с кем вы будете работать, нутрициолог или диетолог, дайте время себе, все получится. Анечка, скажи, пожалуйста, еще, возможно ли работа, если вот кто-то решит к тебе обратиться, все мы заняты, у нас дела, заботы, да. Работа, дети там или еще что-то, и нам порой нет даже, мы не можем найти там, я не знаю, одного часа в неделю для встречи со специалистом, чтобы выдать отчет или на что-то пожаловаться, или как-то проконсультироваться, посоветоваться. Но век высоких технологий. Можно ли сделать эти встречи онлайн? Да, и вот пандемия очень в этом плане сыграла роль, и это очень удобно, потому что мы иногда можем прямо на кухне с человеком, на его кухне что-то творить, плюс мы всегда на связи, благодаря мессенджерам, у него какой-то острый вопрос может ведь возникнуть между консультациями тоже, и он может задать всегда, то есть это очень удобный формат как раз-таки для такой работы. То есть проблем никаких? Никаких. То есть вам можно прислать вопрос, крылышко или ножка? В принципе, да. И вы подскажете, что выбрать? В принципе, да, будем выбирать вместе. Ну, кстати, а почему бы нет? Можно, наверное, даже онлайн связать. Совершить покупку. Поход в магазин, продукт. Да, под запрос. Да. У нас нет единого шаблона работы с человеком. У каждого свой запрос, и моя задача с этим запросом поработать, поэтому можем мы в магазин вместе сходить онлайн. Еще один момент, мы уже заканчиваем с тобой интервью. Это мой личный лайфхак. Когда ты идешь в магазин, не надо быть голодным. И это тогда все знают про это. Ну, подожди, это еще не конец. Но если так получилось, что все-таки ты приходишь, и ну, ты с работы, ты голодна, и вот ты прям думаешь, ну все, капец, сейчас я скуплю тут все, потом приду домой, и все это дело. В общем, я покупаю молочный коктейль, прям там, в магазине, его выпиваю, а потом иду и делаю покупки. То есть я уже не голодная. И я тогда покупаю ровно то, что у меня было запланировано, без излишеств и всяких... Охранники стоят с открытыми ртами, правда? Но, я Наташа... покупаю его, оплачиваю, а потом иду, покупаю все остальное. Пожалуйста, лайфхаки от Натальи Парфеновой. Записываем в тот же список, где у нас, ну, вы там помните. Где вы помните. Ну что, сейчас будут лайфхаки от нашего коллеги, которого зовут Сергей Марков, рубрика, которая называется «Строкаты и патерки». Потом вновь будем наслаждаться зажигательными мажоретками «Школа танцев Дива Дэнс» и узнаем у этих очаровательных дам, где они черпают свою энергию. Привитание, сябры! У белорусской мове існуе шмат выразов со значением «невядома». Например, «чорт яго ведае», «ліха яго ведае», «трасца яго ведае», «некая чартаўшына адна». До гэтага ёсць яшчэ выраз «чамярыца яго ведае» с таким же значением «невядома». Полез у слоўнікі глядзець, что ж такое «чамярыца». Веселей не стало, бо «чамярыца» – гэта травяністая, ядавітая лугавая расліна. Як писал Янка Купала у тутэйшых. І «чамярыца яго ведае», як гэта неяк хітра на свеце устроена.
У Беларусі чамярыца сустракаецца нярэдка на паўднёвым усходзе, а таксама ў цэнтральных раёнах. Расце на мурожных і пойменных лугах, палянах, у чорнаальховых і вярбовых хмызняках. Чамярыца вельмі атрутная расліна. Яе карані ўтрымліваюць 5-6 алкалоідаў, якія здольныя душыць цэнтральную нервовую сістэму і шкодна дзейнічаюць на страўнікава-кішэчны тракт і сардэчна-сасудзістую сістэму. При удыханні нават малой колькасці пылу чамярыцавага кораня выяўляецца наймоцнае чханне і слёзацёк. При трапленні соку чамярыцы на скуру спачатку адчуваецца цеплыня, потым паленне, якое змяняецца адчуваннем холаду, пасля чаго узнікае амаль поўная страта адчувальнасці. Вывучыце, як выглядае чамярыца і абыходзьце яе стараной. Бывайце здаровы, сябры. Да сустрэчы. Звучала веселей.
жаль, что от экрана телевизора пока нельзя заряжать мобильные телефоны. У нас ансамбль «Мажорета» в гостях. Вот таким задорным танцем продолжается наш эфир. В общем, с чего начинали, тем продолжаем. Я так понимаю, в таком же темпе будем заканчивать. И вот у нас новый гость уже за столом. Дорогие друзья, я с удовольствием вам представляю руководителя ансамбля Наталью Николаевну Томшеву напротив меня и руководителя Новолукомольского дворца культуры Наталью Василевич. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время, что приехали к нам с такой бодрой компанией. Мы очень рады у вас быть здесь и, конечно, с удовольствием вам сюда приехали. Ну, главный вопрос, который нас терзает с начала этого эфира, откуда вы черпаете энергию? Это не понятно. Вопрос хороший. Так. Ну, наверное, с самого утра как-то вот проснулся, зарядился и день пошел. Как только не зарядишься, энергии вот меньше. Чем вы поэтому заряжаетесь? Учитывая, что и вы из Новолукомля, я знаю, да. У вас там ГРЭС есть, но я сомневаюсь, что вы подзаряжаетесь там. Нет, не там, а у нас тренажеры во дворах. А. Так. Да, да. Все поделано, красиво, спасибо мэру. Все расстарались, сделали, и грех не использовать эту площадку. Как начинается ваш день жгутик, тогда? По с собой, порядку. Гантельки. Все, и вперед. Как начинается ваш день по порядку? Вот, прям, вот говорю, зарядочка, контрастный душ, так. Завтрак, на работу к 10 часам, до часу, потом обед. И следующая уже репетиция или с пожилым коллективом, это золотой возраст, ага. С утра. Если нет, то к вечеру уже ближе туда молодежная, вот группа мажореток. Угу. А между ними еще деточки есть, группа, росточек маленькие. Что вы 3, едите? 3, 5, 6, 7 лет. Все, что есть. Овощи, фрукты и картошечки поменьше, конечно. Вот как-то услышала, что картошечки в возрасте, в нашем золотом. Это мы сейчас уточним у нутрициолога, правда это или неправда. А есть какой-то продукт, что кивает, что правда? Да, картошечки поменьше. Аня кивает, что правда. Ладно, хорошо, я себе тоже возьму на заметку. Я почему-то думала, что рис. Нет? Нет? Нет, тоже нет. Да, нет, кивай. Калории. Просто кивай. Белый рис не стоит, а бурый можно. Так, ладно. Сейчас мы все выясним, да, откуда черпать энергию и как с калориями бороться. Вы давно в танцах? Я по-другому не знаю, как спросить. Вот в этом году 50 лет творческой моей деятельности. В 72-м году я поступила в Витебское культпросвет училище. Первое отделение хореографии, это был наш набор. Угу. И вот с 72-го года 50. Наталья Алексеевна, это у вас самый зажигательный коллектив? Человек. Ну, человек уже, безусловно, да. Безусловно, самый зажигательный человек и один из самых активных, энергичных коллективов. У нас всего коллективов 22 во Дворце культуры, поэтому наполнены мы очень разнообразными коллективами и жанрами. Ну, Наталья Николаевна у нас, зажигает. Конечно же, зажигает на всех площадках, на которых мы выступаем, городских, районных, областных. А какие еще тогда есть коллективы, если можно? У нас 12 творческих коллективов, вот в них ходит хореография, вокальные коллективы, образцовая студия эстрадной песни «Лиля Фанька», это детский коллектив, а взрослый коллектив эстрадно-вокальная группа «Голос», 3 театральных коллектива, юношеский театр «Таланта», театр моды, где тоже детки от 6 до 10 лет занимаются. Угу. Они делают вместе с руководителем наряды, одежду своими руками из подручных средств. Затем делаем для них хореографические номера, театральные постановки, именно модные показы. Угу. Они участвуют тоже во всех мероприятиях. И сейчас у нас работает взрослый театральный коллектив от 16 и старше. Также вот буквально 9 мая мы делали очень интересную театрализацию «Человек войны», где участвовали все коллективы, как вокальные, хореографические, но основная нить – это была, конечно, театрализация. А где была театрализация? В самом дворце или где-то на площади? На площади города, на сцене. Для нас поставили сцену, мы делали, да. И начали мы свое утро с митинга возле мемориального комплекса. Там тоже была театрализация.
театрализация. Участвовали как и взрослые театралы, так и дети. И продолжали свои праздничные мероприятия до 12 ночи. А сложно вообще попасть в ваш Дворец культуры в один из коллективов, вот человеку, например, вот кто-то смотрит, сегодня думает, а почему вообще я сижу тут дома, когда тут такие бодрые женщины активно отплясывают, а я вот до сих пор сижу. Как попасть? Во Дворец культуры попасть совершенно несложно. Просто нужно прийти, открыть дверь и войти в наше учреждение. И определиться, чего тебе хочется, да? Да, и, конечно же, у нас каждый год мы в начале учебного года, ну, школьного учебного года, всегда, когда сами приходим после отпусков, всегда набираем в коллективы, вывешиваем афиши, что идет набор во все коллективы. То есть это не закрытая информация, это не секрет никакой, то есть все просто и доступно. Да, да. А летом? Летом, конечно. На каникулы уходите? Нет, мы не уходим на каникулы, у нас нет каникул, потому что летом, вот сейчас у нас, например, 14 числа будет минута славы. А затем будет, конечно же, праздник к Дню семьи. 21 мая у нас будет праздник физкультурно-спортивный на стадионе города. Я даже знаю, кто у вас там будет заводилой. Да, и далее у нас идут мероприятия. Мы будем участвовать в районном фестивале, посвященном Тяпинскому фестивалю на Чашницкой земле. Очень, очень интересное мероприятие будет. Там также будут и хореография, и вокал, и театрализация наша. 1 июня – это, естественно, день детей, и у нас будет фестиваль, районный городской открытый фестиваль хореографического искусства, где также будут участвовать детки, как и, ну, всех возрастов, собственно говоря, от 6 и до 16 лет. Ну и далее, по списку, дальше июня, уже следите за нашей афишей, называется. Да. У меня к Наталье вопрос. Ну, она мне представилась Наталья, поэтому Наталья. Соблюдаю этот этикет и продолжаю. Ну, мне нравится так вас называть, правда. Потому что у вас действительно энергии, бодрости за... Так я не чувствую. 30 своей, 71. За 30 человек, да, наверное, хватит. Сколько вообще вот лет... вот этому ансамблю «Мажоретки»? Ну вот в 2010 году он основался на другой площадочке, и когда был другой директор перед вами, она пригласила меня во дворец, и, конечно, мы перешли дружненько, да, потому что площадочка лучше, это мое родное место, там светлячок мой зажигал. У вас такие яркие костюмы, кто придумывает их? Ну, как-то тоже сами. Все вы вместе. Все вместе, у вас вообще вы вместе придумываете, какую песню вы возьмете на очередной танец? Это насчет, насчет этого, это я. Это вы. Это я. Хорошо. Да. Хочется русскоязычное, это чтобы по теме соответствовало, ну, сценарному плану, правда, Наталья Алексеевна? Ну, чтобы конечно, никакой там латиницы не было и португальских любой, этих любой номер, текстов. Конечно, чтобы оно было в формате. Да, да. Любой номер готовят наши руководители соответственно к празднику. Если это 9 мая, значит, это песня о войне, либо танцы, ну, в таком логично формате. Да. Если это день города, значит, мы поздравляем город, поздравляем жителей. Ну и если это новогодние мероприятия. Ну смотрим, на какую аудиторию. Если молодежные, мы больше... англоязычной музыки, потому что стиль такой, зумба. Ну, на вас смотреть без улыбки невозможно, честное слово. Спасибо. Я прям, ну, я получила удовольствие, правда. И вот определенный заряд бодрости и энергии. Я хочу вас, Наталья, спросить. Ну, я думаю, что руководителям Дворца культуры не может быть человек, который не в культуре и не в творчестве. В чем ваш секрет? Ну, вообще, да, я окончила университет культуры в свое время, очень долго работала в библиотечной системе. Какая специальность? Библиотека, ведение, библиография. 28 лет отработала в библиотечной системе и предложили стать, вот, немножко, как бы, расширить свой горизонт знаний, культуры, вы знаете, и я думаю, что я влилась, потому что это тоже оказалось мое, вот, и... Какое из направлений вас больше увлекает?
Из творческих, я имею в виду. Ну, вообще, я сама пишу стихи. Да. И сама являюсь руководителем Народного любительского объединения поэтов «Млын», которая организовала в свое время в 2009 году на базе библиотеки. И в прошлом году, значит, в период, когда мы защищали в очередной раз звание «Народный», мы поменяли свой адрес юридический и уже работаем на площадках Дворца культуры. Угу. Ну, потому что это тоже, скажем так, немножко дает больше нам возможностей, да, выходить на большую сцену. В коллективе у меня более 20 человек. 5 книг мы выпустили общих сборников за это время, 25 у нас авторских книг, да, все стихи и 2 книги прозы. Я написала 2 романа. Про что? Про любовь. Очень интересно. День роз. На местном материале, да? Да. То есть это на основе реальных событий? Ну, вы знаете, да. Ну, узнаваемо, герои узнаваемо. Так сказать, что это вот все реально, нет. Что-то мне снилось. Угу. А что-то приходило в виде вот каких-то мыслей интересных. Да. Второй роман называется «Морфология судьбы». Угу. А сейчас я работаю над третьей книгой. А кто там главные герои в них? Главный герой – простая женщина, такая, как все мы, со своими перипетиями жизненными, с любовью, с предательством, со смертью, которая встретилась, ну, наверное, в жизни со всем, с чем сталкивается. Даже интересно почитать. А стихи ваши тогда про что? Тоже про любовь? Про любовь, про родину, про природу. Что должно, мне всегда интересно было, вот как у поэтов и писателей, как работает ваша муза? Вы должны быть в ресурсном состоянии, вы должны быть счастливы, не знаю, в тепле, одеты, обуты, сыты, довольны. Или все-таки должно что-то, какой-то такой дисбаланс в вас находиться для того, чтобы вот этот вот выплеск этих эмоций произошел? Ну, давно вообще-то известно, что все великое рождается в муках, да, в муках творчества. У всех так по-разному. У всех по-разному. Ну, для меня, наверное, состояние грусти – это более такое состояние творческое. Угу. То есть ко мне должна прийти сначала грусть, за ним я слышу шелест крыльев музы, угу, и начинается работа. По-разному, на самом деле по-разному. Иногда стихотворение вынашиваешь какое-то время, оно зреет, как будто бы, вот знаете, вот замешала хозяйка хлеб, вот оно должно подойти. Опара настояться. Иногда это просто бывает, как сказала Анна Ахматова, из ничего, из ссора. Пришло какое-то в голову слово, или я увидела там какое-то облако красивое, вот что-то, понимаете, такое из ничего. Иногда это приходят образы. Есть у меня такое стихотворение, называется «Гости». Я, конечно, его не помню наизусть, но... Почему, конечно? Ну, потому что их много, и я просто не запоминаю. Там о том, как прилетела птица, билась своим крылом в окно. Вот я увидела эту картинку и написала. Иногда просто из тишины приходят стихи. Наталья, у нас наоборот. 3 Натальи за 3 столом, Натальи. Поэтому да. А у меня наоборот. Так. Музыка заводит, текст вообще прямо вот туда идет. Вот синенький скромный платочек. Премьера номера 9 мая. Ну, просто... Само. Само, да. Синенький платочек. Никакой грусти. Ну, никакой. Чуть-чуть. Так чуть-чуть, слегка, ну все, провожаем. Но и 4 девушек золотого возраста, так скажем, вот, они в военной форме, у них эти, как они, пилоточки еще за ремешком, и уже ближе к финалу они одевают и застывают, пилоточки одевают и застывают. И я с благодарностью, с синим платочком этим, то есть вот такая сценка, и фотографии уже в интернете, уже лайкают люди. Спасибо вам огромное за вашу энергию, за ваш труд, за ваше настроение, которое вы дарите людям. И, конечно, спасибо большое за то, что вы нашли время сегодня приехали сюда, в нашу программу, к нашим телезрителям в гости. Будем ждать новых встреч. Спасибо. Зовите спасибо с новыми витанцами, новыми программами. На этом наша программа подходит к концу. Дорогие телезрители, мы рады всегда новой встрече. Смотрите программу «Вечерний Витебск» ежедневно на телеканале «Беларусь-4» в 7 часов вечера. Ну, а все
записи нашей программы вы можете найти на официальном канале в YouTube телерадиокомпании «Витебск». Заходите, пересматривайте, ставьте лайки, комментарии. В общем, оставайтесь с нами. На этом будем прощаться. И в завершении еще немножечко этой неуемной энергии понаблюдаем. Сейчас у нас будет фотосессия. Увидимся, пока. Поговори со мной, сделай признание. Города над Двиной слышу дыхание. И старой ратуши сердцебиение. Я навсегда с тобой, прямо с рождения. Витебск, вечерний Витебск, летним эфиром дышит. Музыкой листопада, глаз твоих теплотой. Витебск, вечерний Витебск, если меня ты слышишь, мне помаши с экрана, поговори со мной, поговори со мной. Музыкой листопада, глаз твоих теплотой. Витебск, вечерний Витебск, если меня ты слышишь, мне помаши с экрана, поговори со мной.